Вы выходили за территорию отеля в Шарме или Хургаде? Грязь, обесцвеченные вывески магазинов, недострой, хибары. Попрошайничают все. Уровень попрошайничества разный. В турфирмах будут пытаться развести тебя на покупку тура, поездки, походки, прогулки, проплавки. И не факт, что оно тебе надо. И не факт, что местный чувак не накинул свою маржу на маржу. Египетские магазины – это отдельный челлендж, где продавцы слетаются вокруг тебя, как голуби, наброшенные на центральной городской площади семечки. Где семечки – это ваши деньги. Бедуин будет втуливать тебе катание на верблюде за 20. 15, 10 баксов и так далее по всем направлениям. А что мы хотим? 30% молодого населения Египта живет за чертой бедности. Бюджет Египта максимально зависит от туризма. Мы везем туда свои денежки, и они хотят, чтобы эти денежки были поменены на наши эмоции.